Надто швидкий світлофор. Водії скаржаться на перехрестя Старої Львздорської дороги та проспекту Небесної Сотні на в'їзді в Чорноморку. На їхню думку, з боку Золотої Гірки регулювання на ділянці некоректне. Занадто короткий такт зеленого. Через це постійно утворюється черга з машин. За день по рази 3-4 здесь їжджу. То есть, ну это как бы не работа светофора. 19 секунд на въезд в город, на подъем, ну это никак. То есть транзит в Черноморку, там 50 секунд стоит по 2-3 машины. Да, да, светофор короткий, честно говоря. Как думаете, что, как оптимизировать? Я думаю, что увеличить немножко на время светофора. Я думаю, что надо побольше дать на светофор времени. И все. Чтобы было удобно. У Таїровській об'єднаній територіальній громаді, на балансі якої перебуває світлофор, обіцяли піти на зустріч водіям та збільшити час зеленого світла в бік міста. Однак не виключають, що тоді будуть звернення від інших водіїв. Да, у нас по маршала Жукова стоит их, боже, 4 или 5 светофоров. Естественно, они должны как-то между собой, чтобы не создавать эту пробку. Вот. Поэтому попробуем сейчас поменять. Мы поменяем время на этом светофоре, который у нас на 14 станции Людос, Старолевской дороги. И поменяем время, которое уйдет у нас новый сейчас светофор на перекрестке Малинова, улица Злагода.